Друзья, с днем рождения всех вас! Поздравляю! В мае клуб близнецов Приморья отпраздновал свой день рождения. Впервые приморцы заявили о себе 2 мая 1989 года, став первой в России организацией близнецов. В этом году на 22-м дне рождения клуба собрались порядка 100 человек разных возрастов. Всего организация объединяет более 1500 двойняшек. Самым старшим из них больше 60, самым юным – несколько месяцев. Изначально организаторы не ставили перед собой задачу создать клуб. Но после первого же мероприятия, получившего большой отклик, стало ясно – идея отличная. Являясь первой подобной организацией в России, клуб объединяет в себе множество удивительных людей самых разных профессий, которые всячески помогают жизни клуба. Воспитание близнецов – сложный процесс. Такие похожи, но на самом деле такие разные дети требуют особого подхода. Поэтому организаторы открыли школу родительского мастерства. Мама и папа близнецов здесь общаются и делятся опытом. Клуб регулярно проводит мероприятия, принимает активное участие в жизни города. В планах – организовать фестиваль, в котором смогли бы принять участие не только жители дальневосточной столицы, но и гости из других регионов. Екатерина Зверева, Олег Завялов. Новости на Восьмом.